Они готовились уже, это провокация была. Потому что БТРы уже стояли у дома пионеров с вечера. Солдаты, ну не солдаты, а эти жандармы под названием ОМОНа. Они по всем этим подъездам Королева уже рассредоточились и ждали. Даже кто-то высунулся, говорит, рано-рано, они еще не приехали. Молодежь в основном, вот кто погиб-то. Они верили. Они в 91-м году, одураченные, шли защищать Белый дом. Но коммунисты не применили таких жестких мер, которые применил Ельцин и его окружающий расстрелял. Но утром все тротуары были залиты кровью, вот здесь, по Королёва. Придите, поклонитесь и преподим самому Христу Царевину Богу нашему. Живы в помощи Вышнего, крови Бога Небесного во дворице. Речет Господи, да заступник мой сии, прибежище мое, Бог мой, уповая на Него. Я кто избавить тебя от сей силов, часто весь и тешно, плечма своим осенить не под крыле Его надеющийся оружием, обыдися истины Его, не убоившись от страха ночного, от стрелы летящие во дне, от вещи во тьме приходящие, от трящие весу полуденного. Падет от страны твоя тысяча, и тьма одесну тебе, к тебе же не приближится. О, бачи, очима твоим и смотришь, и воздаяние грешников удреши. Яко ты, Господи, упование мое вышнего, положилось и прибежище твое. Не придет тебе сбоя рана, не приближится телеси твоему. Яко ангелом своим заповедь о тебе, сохранить тебя во всех путях твоих. На руках возьму тебя, да никогда приснешь, а камень ногу твою. На аспиды Василиска наступишь, и поперешь, и льва и змея. Яко на меня уповай, избавлю и покрею, и яко познай имя мое. Воззовет ко мне, услышу его. С ним есть скорби, измой его, и прославлю его долготу, и не исполню его, и волю, но спасение мое. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. И для них уже сейчас нет разделения. Для них сейчас уже нет вражды. Те вопросы, трагические ситуации, которые стояли перед ними в те дни, сейчас для них уже открыты и решены. И они уже ждут иного. Они ждут всеобщего воскресения мертвых, обещанного Господом Иисусом Христом. И наша возможность, которая дарована нам молиться за них, она таинственно соединяет нас с ними, дает возможность нам пообщаться с теми, кто ушел из нашего мира, неведомый, но неизбежный также для каждого из нас духовный мир. Молитва идет к Богу, и Бог слышит. И через эту молитву мы с ними таинственно, мистически общаемся. Сейчас они тоже вместе с нами молятся. Молятся за нас, за нашу страну, но уже оттуда, от престола Всевышнего. И для нас факт встречи с ними является, конечно, актом веры. Но для них это реальность общения с нами через главную реальность их мира, через Господа Бога. И вспоминая о них сегодня, будем помнить то, что души, они сейчас там у Господа. И пройдя через страдания, через страдальческую кончину, большинство людей входит в тот мир очищен. Очищенное от всего суетного, наносного, греховного, что имеет здесь для нас какое-то значение. И сейчас мы имеем возможность через эту молитву приобщиться к их вечности. Царство и мир.